Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю вторую серию сериала My Little Pony, который будет называться «Подготовка ко дню рождения и празднование дня рождения». Первая часть. Доченька! А, что, где, что? Ой. Прости, Элизабет. Что, мама, случилось? Что? Что случилось? А ты не помнишь, какой сегодня день? А, да, конечно. У Муси день рождения. Да нет же, у тебя день рождения. Да? Правда? Конечно. Иди возьми свои очки и быстро. Быстрее, мойся, надевай халат, потом переодевайся, я тебе подарю подарок. Ура! Я пошла мыться. Ну вот, я помылась, так, теперь надо мне, что мне надо было делать? Так, кошку покормила. Так, где мой завтрак? Сейчас. Элизабет, ты тоже не покушал, на. Молодец. Так, теперь надо переодеться. Сейчас пойду переодеваться. Ну вот, все, я готова. Мама, мы готовы. Да, доченька, в связи с тем, что у тебя день рождения, нам надо подготовиться, так как тебе... Скоро придут подружки, но перед этим я хотела тебе подарить твой подарок. Какой подарок? Что-то не помню, чтобы я просила тебя что-нибудь дарить. А, помню, юбочку для моей Элизабет. Нет, юбочку, к сожалению, я не нашла, но я как найду, сразу тебе подарю, хорошо? Да, мама. А это тебе новая подружка. Новая подружка? Кто же это? Сейчас. С днем рождения, доченька, посмотри. Ой, это принцесса Луна, новая подруга. А, принцесса Луна. Ой, она падает. Вау, все правильно, она такая красивая. Прям как я ее и себе представляла. Она даже красивее, вау. Спасибо, мамочка. Пожалуйста. Какая красивая. Но она тоже не кушала. Пойдем покушаем, Луна. Луна, познакомься. Это Элизабет. Элизабет, познакомься, это Луна. Ну ладно, я буду играть. Нет. Пойдем-ка в магазин. Надо прикупить вкусняшек, ведь к тебе подружки придут, верно? Да, мамуля, верно. Ну ладно. Девочки, вы пока посторожите домик и подружитесь. А может, я возьму их? Пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, ладно, возьми. Только одну. Одну? Луну возьму. Луну? Да, она будет со мной. Хорошо. А Элизабет? Да, Элизабет будет тут. Ну, хорошо. Только ты ее не забывай, она же твоя лучшая подруга. Ладно, все, пошли. Мы в магазине Поник! Круто! Да, круто. Пойдем, мам, быстрее набирать. Луна поможет. Хорошо. Здравствуйте, а вам не нужна будет корзинка или пакетик? Нет, спасибо. Хорошо. Может, мама возьмет все же пакетик? Да, мы возьмем пакет. О, пакет. Так, что же мне взять? О, мамочка, набор резинок можно я возьму? Да, Мили. Ура, набор резинок. Так, этот пакетик я сама набираю. И еще мне будет помогать Луна. Да, Луна? Конечно. Ну ладно, а я пока что-нибудь другое наберу для дома. Да. Так, что же тут продается? Так, посмотрим.
Посмотрим. Посмотрим. Так. А вот молоко. О, рыбка для кошки. Молока возьму. Потом куриную ножку пожарю. Ливерная колбаска. Банан. Все. Больше ничего. А, нет. Она очень хотела попробовать ананас возьму. Так, дочь, я взяла, а ты? Нет, мы еще выбираем. Так, давай, постой, здесь я и наберу нам. Так, пряничный домик. Ну, не знаю, как подружки, они вроде не любят его. Так и я тоже не люблю. Нет, пряничный домик мы не возьмем. Мы возьмем варенье. Вот этот капкейк и... Так, ну ладно, возьму еще и тортик. Все, мамочка. Господи, мы, кажется, весь магазин взяли. А это ничего такого, что мы весь магазин взяли? Ничего. Ладно, идите на кассу. А это пони вы у нас взяли? Нет, нет, это наша пони. Да, Луна, постой, пожалуйста, здесь. Хорошо? Хорошо. Так, вот это все ваше. Ой. Тебе что-то упало. Ладно, ничего. Ладно, пробейте нам это все. Пони наши, мы ее купили в другом магазине. Хорошо. Бздык. 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 Бздик, бздик, бздик. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Так, положить нам это все, пожалуйста, в пакетики. В пакетики. Ну ладно, дочка, пошли домой. Там мы с тобой позвоним твоим подружкам, и они придут к тебе в гости. И всем пока! Вы были телеканал ТКТВ, и это закончилось... Первая часть сериала My Little Pony, второй серии, которая называется «Подготовка к дню рождения и исправление дня рождения». Всем пока! Пока! Пока!